كل موحد كل مسلم каждый единобожник каждый мусульманин لابد يخاف من الشرك должен бояться ширка يخاف على نفسه бояться за себя يخاف على اخواني бояться за своих يخاف حتى على المشركين يقول انا اخاف عليكم من الشرك لو بقيتم على هذا تخلدوا في النار خلود ابدي даже бояться за многобожников обратиться он должен к ним и сказать я боюсь за вас что если вы умрёте на этом многобожии то вы войдёте навечно в ад كيف نخاف من الشرك как мы должны бояться ширка اولا بتعلم التوحيد первое изучать должны единобожие حتى نعمل به чтобы жить в соответствии نعتقد التوحيد быть убеждённым в единобожии ندعو اليه призывать единобожие نخاف من الشرك بتعلم الشرك мы боимся ширка изучая виды ширка حتى نحذر منه ونحذر чтобы остерегаться ширка и предостерегать других людей نخاف من الشرك بالدعاء бояться должны ширка в дуа ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الشرك то есть должны обращаться к Всевышнему Аллаху с дуа чтобы Всевышний Аллах оберёг нас от ширка نخاف من الشرك بألا نخالط الكفار мы боимся ширка проявляем боязнь перед ширком каким образом сторонимся неверующих نبتعد عنهم далеко от них держимся. وإذا اقتربنا منهم نقترب لغرض واحد وهو دعوة هؤلاء. Даже если мы приближаемся к неверующим только с одной целью это призвать их к единобожию. والله نحب للكفار الخير وهو الدخول في دين النبي عليه الصلاة والسلام. الله мы любим добро для этих неверующих, чтобы они вошли в религию Мухаммада صلى الله عليه وسلم. لا نكذب عليهم. Мы не лжём неверующим. لا نغش الكفار. Мы не обманываем неверующих. نقول لهم انتم بهذا خالفتم ما امر به موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. И мы им говорим то положение, в котором вы противоречите тому, что приказывал Муса и Иса алейхиссалям. لا يمكن ان نصنع كما يصنع بعض الناس معكم. Мы не должны делать так, как некоторые люди поступают с вами. يقول لكم لا اشكال ابقوا على ما انتم عليه. Которые говорят: "Проблем нет, оставайтесь на вашей религии". لا يمكن ان نقول للكافر سنه سعيده عيد سعيد لا يمكن. Мы не имеем права сказать неверующему счастливого года тебе. عندما تقول له سنه سعيده كانه تقول له انت تسعد الان بالشرك بالله هذا خطا. Когда ты говоришь неверующему я тебя поздравляю, допустим, с Новым годом или пусть твой год будет счастливым, как будто ты его поздравляешь с тем ширком, на котором он живёт. لا يمكن ان تشارك الكافر في اعياده واحتفالاته поэтому ты не имеешь права принимать участие с неверующими в их праздниках انت بهذا مقر له على الكفر الاكبر потому что если ты присутствуешь с ними на их праздниках получается ты подтверждаешь что неверие большое на котором они находятся المسلم صادق правдивый мусульманин ينصح проявляет искренние отношения لا يكذب не лжёт لا يغش الكافر не обманывает неверующих يفي له بالعهود если что-то обещал выполняет يدعوه الى الله призывает к Аллаху والله اعلم